пожалуйста, на какой спектакль вы сейчас ходили? Да вот я была. Он в Аргентине. А, скажите, что вам понравилось, что не понравилось? Как играли актеры? Мне очень понравилось, и, собственно, я и ходил посмотреть на актрису Розу Хайруллину. Ну, потом мне очень интересно творчество Петрушевской. А что понравилось? Вот понравилось и Хайруллину. А на каких местах вы сидели, как вам было видно? Ой, я сидел в первом ряду, поэтому видел, в общем, почти все. Могли бы порекомендовать другим зрителям сходить на эти спектакли? Даже, наверное, не все. Ну, так скажем, не для того, чтобы развеселиться, не для того, чтобы улучшить настроение. Я тебе могу такой, не очень веселый. Хорошо, спасибо за отзыв.